Эту веселую и энергичную женщину зовут Лилия Герасимова. Ей 43 года, она замужем, есть 15-летняя дочь, любимая работа. 23 мая ее жизнь перевернулась. Лилии поставили страшный диагноз – рак толстой кишки. Она похудела, мы экстренно обратились в больницу. И так получилось, что мы, чтобы сделать качественное обследование, поехали в Германию. И там, в общем, в экстренном порядке назначили операцию. Сейчас Лилия находится в Германии, ей уже сделали операцию. Медики прогнозируют полное выздоровление, но только после прохождения курса лечения, который стоит больше 4 миллионов рублей. Мы просим горожан помочь этому человеку, который сам помогал всегда людям. Даже я иногда был против, что она такие суммы как бы отдает, потому что у нас у самих были моменты, куда нужны были эти деньги. У семьи нет денег на лечение. Муж пошел на крайние меры, заложил квартиру, но и этого оказалось недостаточно. Я готов отдать потом эти деньги своим трудом, потому что я занимаюсь ремонтом автомобилей и полировкой профессионально. Можете сделать скриншот отправленных денег и потом обратиться ко мне. Я помогу вам, чем смогу. Чтобы помочь Лилии, вы можете перевести деньги на ее счет. Номера карты и телефоны вы сейчас видите на своих экранах. Светлана Звонарева, Эльвира Сафиулина, Евгений Лузаев, ТНВ, Нижнекамск.